Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Слава Україні! Етер на Українському радіо «Дніпро» продовжує програму «Тема дня». В студії для вас працює Ілона Шевченко. Запорізька станція на своєму промисловому майданчику має 6 реакторів. Це найбільша станція у Європі. За рік вона виробляла 35 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Від Дніпра до Запоріжжя 85 кілометрів. Наші регіони межують, і у випадку, якщо на Запорізькій атомній електростанції внаслідок дій російської армії станеться витік радіації, жителям нашого регіону варто розуміти, як треба поводитись. Про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, захищеність реакторів та потенційні загрози для Дніпропетровщини у разі можливої аварії Суспільному розповів професор кафедри екологічного аудиту та експертизи Державної екологічної академії Міндовкілля, голова Науково-технічної екологічної ради при Департаменті екології та природних ресурсів Дніпро-ОДА Григорій Шматков. Вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю журналістки Суспільного Олександри Тронь. Які особливості має саме Запорізька атомна станція, якщо її порівнювати з Чорнобильською, і яка система охолодження діє на АЗС саме? Запорізька атомна станція – самая крупная в Європі. Во-вторых, когда работали только 5 энергоблоков, работали системы охлаждения, использовался прудохладитель, это отгороженное дамбами от Каховского водохранилища, пруд площадью 8 квадратных километров. Вода туда поступала, и она должна была там находиться, того, что сбрасывать в Каховку нельзя, там есть радионуклиды, это запрещено. И по регламенту она должна была сбрасываться только в период конец апреля, марта, когда паводок. И когда большой поток воды, и нет еще вегетации в водоеме, эта вода зараженная уносилась. Но уже когда мы делали аудит, этот режим был уже тогда нарушен, что очень плохо. То есть пруд, по существу, работал 9 месяцев в году. Открыт шандор, и вода из пруда прямо вытекала в Каховское водохранилище. На вопрос, почему, нам говорили, что вода в пруду стала плохая. Оказывается, это не пруд, как он был назначен, охладитель, а просто пруд-отстойник сточных вод. Сбрасывалась сточная вода с энергодара, сбрасывалась вода с химводоочистки, это соленая грязная вода после химподготовки, сбрасывалась вода с ливневой канализации, и даже часть воды сбрасывалась с тепловой электростанции, которая находится на расстоянии меньше километра от Запорожской атомной. Когда мы сказали, что недопустимо нарушение регламента, нам объяснили, а таков проект. Один из питьевых водозаборов города Никополя находится ниже, чем сброс из атомной станции. То есть вода, которая с радионуклидами, рано или поздно попадает в питьевой водозабор. Станцию называют «Запорожская», а мы, специалисты, называем ее «Днепропетровская», потому что в зоне город Никополь, крупный город, это всего лишь 6 километров по прямой от станции. Дальше город Марганец. Еще где-то 20 с лишним километров. Чуть дальше Орджоникидзе. Крупнейшие промышленные центры. Плюс поселки. Всего более 300 тысяч населения нашей области попадает только в 30-километровую зону. А в Запорожской области там только села-поселки. До города Запорожья там почти 90 километров. Так на кого влияет станция прежде всего? Якщо говорити про сам реактор, от як він захищений, так і знову ж таки, якщо порівняти з Чорнобильською АЕС, або це неправильно порівнювати з Чорнобильською станцією? Значить, по сравнению з Чорнобильською станцією, це принципіально другое розположення реакторів, да? Якщо на Чорнобильській станції, там неоднократно було, візьміть 4-й блок і 3-й блок, вони як би дуже близько, це дуже плохо і опасно. Блоки на Запорожской атомной станции реакторные стоят на расстоянии где-то до 50 метров друг от друга. Реактор. Сам реактор что такое? Это гигантский колодец, да, где находятся урановые топлива в таких трубочках. Само ядерное топливо – это таблеточки, вот размером с аспириновую таблетку. Но они укладываются в длинные трубки больше 4 метров, почти до 5-6. Собираются сборки, это называется тепловыделяющая сборка. Вот она опускается в реакторы. И сам вот этот реакторный блок очень хорошо защищен. Там железобетон толщиной 6 метров, даже, по-моему, больше. Но это не простой, как мы привыкли, железобетон, где проволока там металлическая. Это огромные канаты, сплетенные многократно, и такой сеткой пронизывают весь этот бетон.
То есть разрушить такой блок очень трудно. Это он был рассчитан на то, что если даже большой самолет упадет на блок, он не разрушится. Поэтому даже если попадет снаряд, ракета, мина, реактор не будет, он выдержит. Да? Ну, какие-то отколы будут и так далее, но сам реактор не будет поврежден. Но самое главное, реактор – это только сердце, да? Но у него очень много дополнительных объектов, которые обеспечивают его работу. И если их нарушить, нарушится работа этого блока. Здесь предусмотрено, что возле каждого реакторного дала стоит большой дизель-генераторный блок. Он снаружи, он не внутри. Ну так, значит, что их до больше 20 зараз там на станции. Да, находится. И в течение 4 секунд, если прекратилась подача электроэнергии на обеспечение реактора, он дает электроэнергию. Наскільки його вистачить от такого дизель-генератора? Его хватает на несколько часов, но в принципе, если это дизель-генератор, его можно пополнять, но это все равно ненадежно. Понимаете, это не те напряжения, не те частоты, это все не очень надежно. Это для аварийной ситуации. Второе. После того, как эти тепловыделяющие сборки отработали свой срок и понизилась активность, да, их вынимают, надо обновлять. И куда их направляют? Они еще горячие, они там протекают реакции. Их направляют в бассейны выдержки. Это большое здание, заполненное водой, и туда наполняют, и вода беспрерывно охлаждается. Они 3 года там должны находиться, пока немножко упадет температура. Но они с ядерным топливом, пусть тобто, не таким активным. Туди влучить, сам этот бассейн выдержки – это довольно легкие конструкции. Они не защищены, как реактор. И попади снаряд, ракета туда, это моментально будет выброс его в окружающую среду. Даже из этой части. Да? Пане Григорій, МАГАТЕ у своєму звіті, так, який вони вже оприлюднили, зафіксували наслідки обстрілів на спецбудівлі, де розміщується свіже ядерне паливо та сховище ядерних викидів. Якщо вибухне або сховище ядерного палива, так, або навіть свіжого палива. Давайте я вам об'ясню, що таке сховище ядерного палива, воно вже сухе сховище. Да? Это мощная железобетонная эстакада, снаружи стоит, это не в земле, снаружи. Платформа, на нее по проекту, и это уже установлено, устанавливаются огромные бетонные цилиндры, тоже с большой стенкой, и в эти бетонные цилиндры, контейнеры, опускаются вот те сборки с трубочками, тепловыделяющими. Ну, уже охолоджение. Уже, да, охолоджение, хотя еще температура там есть, и в этих контейнерах предусмотрены такие канавки, чтобы отводилось дополнительное тепло. Оно рассчитано на 380, по-моему, таких контейнеров на Запорожской атомной. Сейчас там установлено 180. Естественно, что контейнер – это не реактор защищенный. И при достаточно точечном прицеле и попадании могут быть разрушены и эти блоки. Не все сразу, они достаточно прочные. 2-3 от одной ракеты вполне может разрушиться, и это опять попадет в окружающую среду. Працюю, и я хотел один аспект важный отметить. Это психологическая напряженность персонала станции. Это может привести к непредсказуемым спонтанным ошибкам. Когда у вас за спиной стоят российские с Атомэнерго, когда стоят автоматчики. Ну так, под дулом автомата ты маешь выполнять, да, свою работу. Напряжение. Люди должны спокойно отдыхать. Все персонал станции живет где? Их семьи. В Энергодаре. А его бомбят. Если он сидит за пультом, оператор там, и знает, что бомбят Энергодара, там его семья, какое у него будет состояние? О чем он будет думать? У него рассеянное внимание будет, естественно. И это может привести уже к трагедии. Про МАГАТЕ хочу сказать. МАГАТЕ надо, чтобы станции работали, они от этого кормятся. Это их доход. МАГАТЕ не государственная организация. МАГАТЕ не ООНовская организация. МАГАТЕ – это организация общественная, грубо говоря, которая объединяет атомные станции, разрабатывает регламенты безопасности, системы контроля, системы мониторинга. И они как бы едины во всем, да? Но она ее кормит станцией. Ну, финансуется так, да, с державы. И поэтому классно. Так Россия влияет. В России очень много электростанций, да? Намного больше, чем в Украине. И если МАГАТЕ примет позицию антироссийскую, ей это невыгодно.
Росія скаже: «До свидания, МАГАТЕ, обойдемся без вас». Вчені так змоделювали прогнози щодо переміщення радіації у разі аварії на Запорізькій АЕС. Про це свідчить дослідження Укргідрометцентру, що у разі умовної аварії на Запорізькій АЕС радіоактивне забруднення торкнулося півдня України, кількох країн Європи. Розпространення непредсказуемо. После Чернобыльской аварии мне пришлось быть в первых числах мая 1986 года в Запорожской области. Я приезжаю, а сидит начальник станции, схватившись за голову. У нас стали собирать первые урожаи вот овощных, там капуста, редиска, лук. Все звенит, радиация заражена. Где Чернобыль и где Запорожье? Правильно, да? И там выпало такое количество, что не дай бог. Это так условия сложились. Пошли аэрозоли, то есть пары, попали в облако, выпал дождь там. У нас в области уже в конце 80-х годов была проведена самолетом радиационная съемка. 154 тысячи гектаров в нашей области пострадали от выбросов от взрыва Чернобыльской АЭС. В какую сторону? Поэтому вы знаете, что первые тревогу забили за рубежом. Да, там потому был огромный них, пожар, выброс. Потек, здесь, может, пришел. Мы не знаем, какую степень аварии может произойти на Запорожской атомной. Если это будет пожар на реакторе, взрыв реактора, пожаром, поднятием дыма, облака, всего прочего, это захватит сотни километров. Не только в радиусе, а до тысячи километров дойдет, как от Чернобыля до Запорожья, допустим, да? Если это будет какая-то локальная авария, допустим, на одном энергоблоке, разрушение, но успели заглушить, пожара нет, и как бы не будет такого взрыва энергоблока, как был на Чернобыльской станции. Хотя, если реактор пойдет в разгон, будет такой взрыв. Никуда не денешься, если в разгон. То есть, если не сработает система охлаждения, вывели из строя, и стержни будут недоопущены, либо даже если они опущены, все равно может отсутствие охлаждения может привести к взрыву. Переохлаждение, взрыв, разрушение всех конструкций. Пане Григорію, і от ще про МАГАТЕ, так, про їхній звіт. Вони зазначили таке: для запобігання аварії треба вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки. Про яку зону ядерної безпеки вони говорять? Це треба спросити у Гроссі. От ця фраза багатьох спеціалістів поразила. Потому что нет четкого определения, что такое зона безопасности для ядерной станции. Есть санитарно-защитная зона. В 3 километра. Вот нашим законодательством Украины, да, санитарной предохраны, санитарно-защитная зона 3 километра. Город Энергодар от станции на расстоянии 5 километров. Вот в радиусе 3 километра не должно быть никаких населенных пунктов, жилья там, объектов, культуры и все прочее. Вот это санитарно-защитная зона при работе станции, да, а при выходе ее из нормальной эксплуатации, нештатный режим и выбросе, мы не можем определить, а какая будет зона. Для этого, как я вам говорил, надо построить модели на все возможные случаи и на все возможные погодные условия, которые могут быть. Да? Зимой одно, осенью другое, летом третье. Поэтому Гроссе легко сказать, определите зону безопасности. Створить, давайте да, будем эвакуировать людей. Зона безопасности для кого? Для населения, правильно? Тогда, да, пусть он скажет, на сколько километров надо отселить людей. И не только из Энергодару, это же пойдется и про Никополь, то есть, конечно, то есть самый, про Марганец, там, так, які в першу чергу будет... Энергодар, там 5 километров тут. И, насправді, так, через Каховське водосховище ще знаходиться під окупацією зараз місто Дніпрорудне, наприклад. Дніпрорудне, вони да, так само навпроти. С мощным комбинатом. Так. Дніпрорудне, Новокаховка, там много этих. Да, тогда давайте отселять будем, эвакуировать. Створювати цей радіус. Да. А какой радіус взять? Знову ж таки. Ну, 30, как условно на Чернобыльской зоне, там 30-километровая. Дальше разными там языками, она тоже неровно по радиусу, эта зона, да? Но все-таки километров 50, это надо иметь в виду, что может быть в той или иной степени поражения. Пане Григорію, дякуємо за розмову. Сьогодні ми спілкувалися, власне, про сценарії, можливі в разі виводу з ладу реактора чи вибуху навіть одного енергоблоку. Говорили разом із Григорієм Шматковим, доктором біологічних наук, професором кафедри екологічного аудиту та експертизи Державної екологічної академії Міндовкілля, головою Науково-технічної екологічної ради при Департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної адміністрації.
Ви слухали програму «Тема дня». В студії для вас працювала Ілона Шевченко, журналістка Олександра Тронь, за режисерським пультом Олександр Сохач, технічне забезпечення Максим Гейко. Бережіть себе і вірте в перемогу України. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».